Доброго времени суток подписчикам и гостям канала, всем тем, кто присоединился. Появилась новая коробка палача в CoinBlank. Давайте же откроем ее. Так, смотрите, так, коробка карателя. Вот, смотрите, коробка палача. Так, что мы можем из нее выбить? Можем выбить ау, читак, крисы, дробь, P90, парные костяные ножи, маска палача, мираж, леопард, быстрая смена, быстрая перезарядка и некоторые шансы еще можно выбить один или два золотых штона, как здесь написано. Так, давайте же покупать. Так, не будем активировать. Так, зайдем, значит, инвентарь. Так, что мы имеем здесь? Так, предметы, коробки. Так, найти бы еще ее здесь. Так, смотрите, вот я купил 10 штук. Ну что, давайте не будем тянуть время. Будем открывать. Поехали. Парные костяные ножи палача на один день. Парные костяные ножи палача на один день. Маска палача на один день. Замечательно. Так, я уже сегодня стрелял. А, я кое-что выбил, потом вам покажу. А, говорят, нужно по вкладкам побегать. Не знаю, помогает ли это, не помогает. Ну, давайте еще раз продолжать. Так. Читак М200 палача на один день. Замечательно. Опять парные костяные ножи. Да что ж ты такое, а? Давайте еще раз поведем. Блин, хочу аук, хочу аук. Дайте мне хороший приз, пожалуйста. Поехали. Элитный мираж. Один день. Так. P90 палач на 7 дней. Ух, вот это приз, короче, мне. Сейчас я вам покажу. Я очень люблю это оружие. Хорошо, что оно мне выпало. Давайте дальше продолжать. И раз. Дробь. Ну, я же не дробовик. Не дробер. Ну ладно, пусть будет, конечно. Что ж, дареному коню, как говорится, не смотрят. P90 палач на 7 дней. Замечательно. Дальше поехали. Осталась одна коробка. Ну, давай. Да что ж такое, парные костяные ножи на один день. Ну, у меня еще осталось тут чуть-чуть монет. Ну, давайте еще одну коробку возьмем. Ну, гулять-то гулять, да? Ну, давайте. Купить. Применить. И барабанная дробь. Быстрая перезарядка на 7 дней, ну куда же без нее? Ну хоть так. Так, значит, смотрим. Из оружия у нас ближний бой. Извиняюсь, зайдем в инвентарь. Так, ближний бой. Так, парные ножи у нас. Вот так они выглядят. Ножи палача, смотрите. Они у меня уже на 4 дня, чтобы вы знали. Так, на 4 дня. Прикольные раскраски такой. Так, пистолетов у меня не было. Так, основное. Значит, мы идем вниз. Так, идем, что мой винтовки у меня не было. Зато у меня выпал P90. P90 у нас... Вот, P90... У меня на 21 день. То есть я уже сегодня стрелял. Так, повезло. Еще я выбил, короче. P90. Прикольно. Раскраска. Череп какой-то у него здесь. Такое тут. Красненькое, то ли кровь там, то ли что. Так, дальше. Что у меня еще выпало? Сейчас я вам покажу. Я стрелял. И у меня выпал читак. Вот.
На 3 дня, тоже в такой раскраске. Все вроде, да? А, дробь была еще. Ну давайте найдем эту дробь. Дробь. Сколько же мне это дроби? Вот. Такая же дробь на один день. Очень прикольная раскраска. Прям супер. Мне очень нравится. Не знаю, надо придется побегать, что ли, как-нибудь вообще с дробью. А то он у меня копится уже, не знаю, сколько лет. Наверное, со дня основания Point Blank в России. Так, дальше. По предметам у меня все вроде так. Посмотрим по маскам. Значит, маска. О, столько у меня масок, я ж вроде не футболист. Куда мне их? Так, маска. Вот, смотрите. Маска палача на 3 дня. Вот в такой раскраске. Защита 4, плюса, урон и броня. Что-то напоминает вроде маски. Какая же маска? Маска тигра у меня такая же есть. Да, там идет урон и антишлем. А тут броня. Броня у нас, по-моему, сейчас есть, по-моему, у клоуна. Могу ошибаться. Вот, маска клоуна. Тормаживает. Маска клоуна. Вот. У него тоже защита 4+, антишлем и броня. Вот. Так что стреляйте, открывайте коробки, пишите в комментариях, кто-то что-то может быть выбил, мне очень интересно будет, а то я один все открываю, а не знаю, кто что выигрывает, открывает, у кого какие предметы выпадают. У кого-то перезарядки или оружие, может быть, какое-то на 30 дней выпало. В общем, как-то так, да. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, и до новых встреч на просторах Point Blank.